Что привет, привет, давно не виделись. Надо же когда-то такие, да, влоги поснимать. Не обязательно путешествие, природа, что-нибудь такое. Повседневочка. Итак, в эфире повседневочка. Пятница, вечер, друзья мои. Что я хочу сказать? Закончилась неделя, как-то она вообще пролетела, просто пролетела. Так раз и все, и как будто бы не было недели. Она была. Сразу. Вот. В общем, что мы приехали? Мы приехали с мужем. Вот сейчас покажу, куда. В общем, мы на фудкорде нашем Петропавловском, на Веге, заказали вкусненького и решили перекусить. Ну, мы так иногда балуемся, когда лень дома готовить что-нибудь, такую вот еду. Приезжаем и едим. Ждем, когда будет готов заказ. Видите, какой ветер на улице? Сегодня вообще ветер ужасный. Просто вот так вот все уклонит. Вот, ну, небо ясное. Там даже бухта просматривается. Вот, Димка побежал за колой. Я сижу, жду заказ. Димка, о, кстати, покажу. Смотрите, какое облако. Видели, какое облако классное? Висит такая лепеха. Кто смотрел самый ужасный фильм, я имею в виду плохой фильм, ну как, в общем, не понравился нам этот фильм, называется фильм «Нет». Он так и называется «Нет». Этот фильм про то, как инопланетяне прятались в облаке. Едем с Димой, сейчас говорю: Дима, смотри, как будто бы там спрятана летающая тарелка. Ну реально, да, смотрите, это ж надо же было такому случиться. Лентикулярное облако, или как такие вот типа облаков называются. Вспомнили этот фильм, как в это облако там засасывало людей. Ну, поедало людей. В общем, такая фигня, ну, честно говоря. А вот, реклама была, как всегда, лучше, чем фильм, собственно. Вот. О чем еще поговорим? Не знаю. Какие-то все в голове разброты, шатания. Что-то как-то немножко подустала. Вот нынешняя работа, она очень, ну так, завалили меня на работе часть обязанностей, которые я, собственно, не должна делать, но сейчас делаю, ну, вынужденно бывает. Вот. Сейчас покажу на этот вот экран, видите? А там всякая реклама, там, видите, здоровый такой. Галант Плаза. Наш торговый центр. У нас единственный такой экран на весь город. Ну что, город у нас небольшой. Что с нас здесь? Провинция. Ну, любимая провинция. А что заказали? Мы всегда берем в автогриле сувлаки. Картошку фри и стрипсы в этот раз. Вот. Вот. Нам лишь бы поесть. Да не правда. Не лишь бы, не всегда. Как ваши дела? Рассказывайте. Ну еще, кстати, да, на этой неделе, естественно, на этой неделе добавились новости с этой мобилизацией. Понятно, что все немножко в тревоге, все на стрессе. Непонятно, как к этому относиться и вообще. Настроение-то, естественно, не добавляется, эта ситуация, поэтому это тоже, в общем, сказывается на общем настрое, так скажем. Так. Смотрите. Вот этого романтика. Уже так темно, уже только что. Я снимала в ночном режиме. Это я в каком-то ночном режиме снимала. Он как-то так автоматически настроился на ночной режим. Это последний романтик мне подарил. Я вообще довольна. Что? Я себя снимаю, не тебя. Не надо стесняться таких поступков. Такими поступками надо гордиться. Что там у тебя? В общем, товарищи, облако все ближе. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но оно все ближе.
если что. Что-то какие-то странные у меня тут блики, то еще что-то. Не могу понять, как снимает. Ладно. Вот. Димка купил кока-колу. В общем, мы во все тяжкие сегодня. Да, Димочка? Я сижу сейчас, буду... Вынюхаю эту розу, так что она осыпется, так, знаешь, и она осыпалась. Кстати, надо сказать, что практически все розы, что мне дарил Дима, а можно без вот этого? Дим, пожалуйста. Вот. Они пускали корни. Ты их поставишь, они пускают корни. И мы их посадили. Выжила не одна. Нет, две выжила. Две выжила, они даже росли, но на них напал то клещ. Боремся с клещом. Ладно. Потом сниму. Типа мукбанга немножко. Наверное. Не обещаю. Ну все, Димка пошел за заказом. Наконец-то позвонили. Заказ готов. Сейчас будем ужинать. Он туда пошел. Он туда, вот видите, светится автогриб, что-то не фокусирует ничего. А ну правильно, фокусируется на розе. Ну что, красота. Господи. Обожаю Диму за такие вот сюрпризики. Вот. Ну там прям город больших огней у нас тут. За грязным стеклом. Это мы все с поездок никак не можем ничего отмыть. Не мы, а кто-то, вот, который вот обычно здесь сидит. Вот. Да, что-то уже голодно. О, уже взял, идет. Как раз сверху видно все чуть-чуть. Ага, вот так. Идет. Что-то забыл, метнулся назад. Что-то. Что-то проверил, наверное. Ну-ка. Нет, вот. Все. Идет. Ну все, товарищи, сейчас буду отключаться. И мы будем ужинать. Приятного нам аппетита. Бон аппетит. Бон аппетит. Все. До новых встреч.